Всем приветшки, друзья мои! С вами, как всегда, я, и мы продолжаем вместе с Хантом. Вот, надеюсь, вам понравится. Да. Всем привет. Угу. У нас с тобой есть задание, получается, на ферме что-то надо. А, ну на ферме я знаю, что надо. Так, достигните 7-го уровня и выполните миссию в петле на Нессе. А почему я не могу ее выполнить сейчас? Не знаю. Почему нет? Кто? Вот. Так, стоп. Нет, я не хочу выполнять эту миссию. Кстати, мы же недовыполнили миссию на Титане. Кстати, говорю. На Титане? Да-да-да. Но они мне не отображаются, поэтому давай, веди. Конечно. Кто бы? Кто кроме меня их может сделать-то? Такой, там есть миссии, да? Не, ну у меня есть, по-моему, кстати, даже. Ну да, они у тебя должны быть. Они, в принципе, открываются там. Каждый день же их можно проходить, по-моему. Одни и те же миссии. Ля-ля-ля-ля-ля. Награды, редкое снаряжение, кайф. Ну. Полезно. Ну, да. Учитывая, что они все-таки на твой левел упадают, это довольно... Все равно. Эпити ван лав. Ну, точнее, который здесь легендарки. Ну, здесь есть легендарки, а есть, короче, еще усиленные легендарки. Ну, типа эти. Абсолюты, да? Ну, да-да-да. Абсолютные абсолюты. Ну, кто называет эпити легендарками, а? Хейч их. Фиолетовые штуки всегда эпити. Конечно, только у меня сейчас происходит знатная классная фича. Ты не поверишь, я просто такой сижу, типа, да? И у меня, короче, выкидывает на рабочий стол все. Чего? Ну, я же, типа, в окне записываю, и он у меня периодически там выкидывает. А-а-а. Ну, я думаю, надо будет перезайти. Почему он перезайти уходит? Не знаю. Это такая похожая хрень есть. Ну, не то чтобы на окно выкидывает, он просто... Другой альтабает, но при этом оставляет игру. Ну да, та же фигня. Но он не выкидывает как бы на рабочий стол, он типа мышку мне просто выводит. Вот. То есть это не только у меня, да? Да. Вот опять. Ну, только у меня эта хрень во всех играх, и она там где-то два раза происходит, и потом перестает. Не, у меня вот нагло уже раз четвертый, по-моему. Ладно, давай попробуем, если будет происходить, я просто перезапущу игру. Ну, доиграю, скорее всего, миссию. Здесь? Хорошо. Команда Холидей докладывают о рыцаре, вокруг которого... Склей, потом не лень будет. Из-за него наш график сбился. Мои команды знают, что нужно делать. Регулярное обслуживание превращает развалюху Спэроу в гоночный Спэроу. Само собой, но платформа не гоночная машина. Рыцарь мешает мне. Уничтожьте его. Вот, ну мы, короче... Бежим. На задание, и у меня все еще. Вот если вы видите, что я временно так типа подтормаживаю, останавливаюсь, или вдруг прыгал и куда-то упал, это, скорее всего, меня отрубили от управления. Эй, рыцарь. Привет, чувачело. Ты в меня что, даже стрелять не будешь? Чё, ты уже серьезно? Ты меня бьешь? Уничтожь ты рыцаря. А он, короче, такой, типа, неуязвим, нормуль, да? Ну, неуязвим по сюжету или неуязвим, потому что там жесткий? Не, он неуязвим из-за того, что там был призрак. А, болючка. Ну-ка, у меня вторая петарда есть, смотри. С рыцарь. Привет! Ха! Прям в щи. С рыцарем покончили. Я пришел. Но я не уверен, что он умер. Mm-hmm. Он сбежал с помощью какой-то магии. Сбежал. Новые заклинания Улья. Только этого не хватало. Пойдите и разберитесь. Понимаешь? Я уже думал, что пришел, когда ты его уже убил. Нас думают кабал. Ну, я его убил. Не, до этого. Не, ну он типа сбежал. Заклинание не может оберегать его лично. Ну, мне нравится, как они все время это произносят. С рыцарем покончено. Ну, он слабенький такой. Ну и как нам убить эту тварь? Ну как, берешь, убиваешь, короче, чё?
Меня периодически, конечно, выкидывает, но ну, типа как я сейчас. Я сражаюсь с Ульем уже, в общем, дольше, чем мне бы того хотелось. Это нечто вроде ритуала. Они специально поддаются? То есть, как в покере, что ли? Возможно. Но какова их цель? Зачем позволять ему умирать снова и снова? Так. Самоубийца. Возрождение ограничено. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я думаю, нам прыгать туда не надо. Начал. Понял, да, почему? Не, ну тут парочку все же шифик взрываешься. Та-дай. Тут это. Надо вот этого чувача убить. Ай, давай, тогда. И будет нам счастье. О, сверху. Сделал. Хорошо, это уже три. Слоун, нам продолжать? Если это ритуал, значит он должен чем-то заканчиваться. Я хочу, чтобы вы остались там до конца, каким бы он ни был. Конец обычно бывает плохой. Да, вдруг нас в ловушку идут. Да нет, что ты. Ведь вот эта вот неуязвимая хрень вовсе не ловушка. Кстати, да. Она сейчас скроется? Нет, ну вот чуть позже. Ладно. Так. О, расходник. Открылся. Пью. Так, подожди. Где ты? А вот. Чё они меня боятся? Чё они вообще к тебе бегут? Чё за фигня? Чё? Это не честно. Ты для них слишком слабый просто. Такой, пфу, на слабака. Да. Еще один. Дип. Моя граната более эпична. Ну дай мне хоть одну уничтожить, ё-моё. Ну давай уничтожить. Если она откроется. Если она откроется. Ну она же подойдет, говорит, он не открывается. Да откройся уже. Я ульту прохреначил, давай откройся. Сломана печать. Подожди, мы печать хотите ломаем, тут ты говоришь. А, ну вот, собственно, печать едет. Вали его. Хорош. Изи-пизи. Скиллуха. Да. Все на скилле, короче. No luck. Just skill. Хорошо. Еще разок. Еще раз, еще раз, еще много-много раз. Рыбки. То есть рыбки? Что так, что такое? Мне нравится, что я, короче, вышел прям к ним такой. Типа, ну ладно. Добьешь его? Я тогда с рыцарем займусь. С рыцарем? Ай. Я тебе типа помог. Слоун, угу. Ты была права. При достаточной огневой мощи даже магия Улья бессильна. Отличная работа. Я и Холидей только что обсуждали, насколько мы отличаемся от Улья. Да, да. Они поклоняются смерти, мы служим свету, добро против зла, черное против белого. Невольно призадумаешься. Решила стать перебежчиком, Аманда? Мне кажется, нам не надо вместе. Ну уж нет. Если Аманда от нас уйдет, тут уже через неделю все заполонят рабы. Там есть зеленая хрень. Вернемся к работе. Ну, все равно, что ты. Сейчас что-нибудь найду и будешь следить меня. Такой, ну что ты обламываешь-то, что ты, да? Все, я 92 уровня эпичности. Понял, да? Почти, почти еще чуть-чуть. Так, ладно, пункт назначения на этот раз это земля. Но мы все еще качаемся, как бы нам надо качаться. Значит, подожди, тебе типа для сюжета нужен 7-й левел? Мне для сюжета нужен 7-й левел, да, я еще типа нет. Хитрая хрень, хитрая. Да, да, да. Я, кстати, помню, когда проходил, я получил 20-й левел. К моменту, вот когда я уже здесь был, проходя все квесты. Фармил.
На эти ходил, что ли? Как их там? Найтфолы? Которые как они называются? Я не помню. Налет. Играл налет ведь, да? Угу. А рейды? В рейды я не играл. Я как раз хотел поиграть, но типа ты должен минимальную группу набрать, а как бы некого. Ты такой, окей, очень грустно. Ну да, без группы есть никак. Что дальше? Причем группа все должна быть в войсе. Да-да-да. Мы передаем сигнал беженцам из города, чтобы сообщить им, что на ферме они будут в безопасности. Надо сделать так, чтобы его услышали все и всюду. Размести несколько усилителей сигнала по всей территории, чтобы его могли услышать все. Должно помочь. Так, нам куда? Нам туда. Окей. А, ну, нам прямо вот сюда вот. Это же это преступник? Один узел начал работу. Нет, похоже, сигнал уже усилен. Быстро, однако. Так, подожди. Не, за него, кстати, могут дать. Группа падша. Не расслабляйся. Да, сундучок. И ресурс. Мало, правда. 10 тысяч. 10, не 2, да. Уже гибель того капитана под церковью выманила остальные. А, возможно, что его убьем в ход. Они не оставили нас в покое. Надо проследить, чтобы сигнал поэтому не терялся. Нет, мне дали 10 кристаллов. Ну да, мне 2. Если про кристалл, который расходники. Не-не-не-не-не, я который просто кристаллы. Который блеск? Да-да-да. За что тебе дали? Ну вот за открытие сундука. Но все равно мне их не дали, все. Потому что я второй раз открываю все. Знаешь, есть такое место, из которого нельзя уйти. С высокими. Ну, халявный ивент. Успеешь сюда прийти? Охранников. Угадай, как оно называется. Просто как бы лоха, конечно, этот прислужник. Несмотря на твои проблемы, да, мне вроде не кажется, что город полный людей мероприятие завершено. Не успели. Я просто что на ферме нет. Че, зачитали? Да. Можно приходить и уходить, когда захочется. Давай сделаем так, чтобы сюда мог прийти. А, черт, нет, не успел. Нет. Ладно, извините, ребят, что трендим во время квеста. Надо, на самом деле, было не особо трендить, но ладно, ничего. Да, сайт-квест. Но они, кстати, здесь местами интереснее, чем миссии основного сюжета. Ну, я особо не слышу. Принимаю усиленный сигнал и какие-то странные отзвуки. Падшие очень настырные. Держу пари, они понаставили тут глушилок. Нам просто нужно будет... Куда там? Так, куда? Ну, я пытаюсь понять, куда. Судя по логике, куда-то вот сюда вот внутрь. Так, какой внутрь? Внутрь-внутрь. Да мать твою. Я задолбал вышибать, на самом деле. Вот сюда. Не... А, ты уничтожил внутрь? Да-да-да. Ну, там еще одна глушилка. И, наверное... Че ты вообще находишь? Ну, я профессионал по поиску всякого дерьма. Вот сундучок нашел, например. Вот последнюю глушилку тоже нашел. Что ты творишь вообще? Она что, подсвечивается хотя бы? Нет. У меня чистый сигнал. Помех нет. Здесь тоже отличный прием. Блестящая работа. Просто... Я рада, что страж для разнообразия помогает обычно. Убийца. Но есть еще один момент. Я правильно передала карты? Ну вот они, вот такие вот. Да, через туннель на другом берегу реки. Я там кое-что оставила. Мы с вами точно не видел. Ну знаешь, их как бы сложно не заметить просто. Я не знаю, что не будем. Вот, а давай через мост ножками. Поттерн, мы почти уцелели. Хорошо. Там остались припасы, брошенные мной довольно давно. Перекинулась из первого, у тебя же по идее есть что-то. Не, не, не. Для города,
Но когда на вас напали, я бросила все. Не, ну, на другом же аккаунте есть. Океан. Но городу это уже не нужно. А на ферме очень даже пригодится. Беру. Рядом. Жух, черт. И промазал, да? Я тебя попытаюсь толкать. Я понял, но это у тебя плохо получается в последнее время. Ладно, мы уже дошли. Плохие новости, Хоторн. Здесь падшие. Ладно, забудь о припасах. Разберись с падшими, а потом подумаем, что делать дальше. Тут много? Да. Не ртись? Ну ладно. Не, ну я могу как-то спокойно разобраться, мне норм. Да все равно. Ульту уже надо потратить. Ну, да. Че, все? Да. Я чуть. Район чист. Это ненадолго. Падшие не любят, когда их лишают хорошей добычи. Скоро их тут будет очень много. Тогда мистер Рейнер. Последнюю услугу. Поставьте еще один узел, а потом уходите оттуда. Чё этим Пашам вообще здесь нужен? Не знаю. Ну, вроде на самом деле норм все, ну, то есть. Уничтожено подкрепление нападающих. В принципе, мы их вызечиваем, уничтожаем. Что ты, что я. Да, почему-то я помню эту миссию. Ну, видимо, ты ее выполнял. Но она одна из первых, которая выполняется, на самом деле. Да. Я вспомнил, что, по-моему, завис на них какое-то время, потому что Турю не добил и что-то убежал слишком рано, да, еще что-то. И мне пришлось опять через этот мост проходить. Не помню. Ну, в общем, я запрался с вот этим квестом, поэтому я его запомнил. Ну, бывает, чё. Фью. Ой. Толкается. В итоге убил всех я. Ничего себе, мне не дали натянуть тетиву. Мне не дали натянуть их, да? Все пошло не так, как я задумал, меня обвинили ни за что. Ну, последний отряд где-то будешь. Вон тебя. Не. Сзади тебя выстрел. Пуф. Пуф. Да дай. Да. Не дал. Ой. Ну так вот. Я хочу красиво. Если ты их рассердила, значит, ты действуешь правильно. Не ослаблять натиск. Не ослаблять? Разве еще не конец? А, еще это убить. Да, я его запинаю. Не дам. Или ты добился тебя? Получилось. С ними покончено. Вы стражи действительно другие. Кажется, я начала об этом забывать. И теперь мы знаем, что в ЕМЗ есть полезные ресурсы. Когда мы вернем город, они нам очень пригодятся. Мне раньше грамму давали за вам. Конечно. Сурая хочет сказать спасибо. Вы двое возвращайтесь, как сможете. Здесь еще есть чем заняться. Ну, мне дробовик дали. Круто. Так, ладно. Следующее задание. Я думаю, я просто как-нибудь переживу эти вылеты. Вот вы сейчас можете видеть экранную мышку на мониторе. Ты переживешь? Да, я думаю, я переживу, ну, вот одну серию, и потом перезагружусь. Ну, чтобы не прерывать, ничего не делать. Лентяй. Да. Я же сказал, что это будет лентяйное видео. Тут сундучок прям в самом начале. Я, кстати, помню, я пытался выполнить некоторые из этих миссий, и мне такие, типа... Вам потребуется купить игру, чтобы как бы их проходить. И я такой, твою мать, серьезно? Ай, серьезно? Спасибо, что пришли. Какие квесты, подожди. А то мы уже устали от патрулей Легиона и набегов падших. Нам бы не помешала ваша помощь. Попробуйте отследить терминал связи падших. Идея Дева безумна,
но она может сработать. Ах, молодежи так трудно понять мудрость, которая приходит с опытом. Все, новая цель назначена. А квесты, ну, которые эти... там не все же квесты даются под уровень, ну, типа... Там некоторые квесты, после того, как ты проходишь все, типа, они уже за гранью твоего, скажем так, уровня. Даже не вру. Ну, да-да-да. Не знаю, как это объяснить. Ну, хз. Отлично. Как насчет использовать твой доступ для подготовки трансляции на языке падших? Я думаю, пустить в дело тот шифр Кабал. Устроить драку падших с Легионом — отличная идея. Я могу извлечь архивы переговоров из любого местного падшего. Ну, короче, понятно. Убивай падших! Здесь... кучка должна быть. Да, всегда кучка. И, кстати, да, нам каждому свои выпадают. Да? Да, то есть, по сути, нам нужно убить троих, и каждый свою залутает. У меня получится довольно убедительно изобразить падшего. Только не произноси при Дэви слово «акцент», если не хочешь весь день слушать лекции о городских диалектах. Кстати, лучший вид на авиацию Легиона открывается со скалы, вот на которой мы поставили маяк для беженцев. Сейчас я пытаюсь. Никто больше не ценит настоящее искусство. Не вовремя! Реально, так много носит. Слушай, как ты вот так много нанес? Или этот чувак? Кто так много урона нанес? Я. Ты? Чего? На чем? Гранатомёсом. А, ну ясно. Такой, что ты сделал? Да, я просто гранатомет в него швырнул. Да, я что-то не завиден. Каждый день, только с винтовкой, ходишь с винтовкой. Ну-ну-ну. А тут бам такой с гранатомета вдруг. Кстати, я заметил, что когда меня на рабочий стол вышвыривают, у меня, короче, FPS понижается. Не могу поверить, что нам опять придется спускаться в шахты. Выше нос. Хорошая новость. Вы сможете воспользоваться телепортом падших, чтобы выбраться на поверхность. Это уже десятая новость. Да. А почему мне взрывчатки? Если я просканирую, на пролом! Забрать из них все ловушки и взрывчатку. На пролом! Мы воспользуемся этим, чтобы посеять хаос в рядах наших врагов. Спрячься. Типа больно, 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 больно. Так, ладно. Меня нашли. Это новая способность. Я бомбалайло. Кстати, я могу это сделать? У, я могу цескую блокировать. Кайф. А ну-ка, смотри, стой среди тема. Ай, блин, не хватит ульты. Чёрт! А ну-ка, я случайно приземлился на это дерьмо, да? Ну, на пролом! И тебя вырубает, короче. Грустненько. Жертвы жертвы. Так. Значительно ускоряет перезарядку оружия. Удар в ближний бой. Стопэ. А мне... Почему мне не дает поставить? Поставь, у тебя норм? Не ставь, искать взрывчатку. Что искать взрывчатку? А, найди взрывчатку. А, не, его просканировать. Странно. Только под каким-то углом хитрым. Я не осуждаю твое стремление разнести все на куски. Впрочем, думаю, мое глубокое сканирование должно быть очень-очень глубоким. Отлично. Теперь я могу переправить их ужасно опасную взрывчатку куда угодно. А, ну да, то есть нам тут не надо было разрушать ничего. Так, нам не сюда? А, тут лифт. А, там его починили, что ли, серьезно? Угу. Подожди, это телепорт даже, это не лифт. А, стопэ, да. Надо разобраться с ребятками, короче. Ну это очень жестко, то, что меня вот так вот выкидывает. Прям... Грустно. Да куда ты убегаешь, ты знаешь? Это вот знаешь, я, короче, такой, типа, пытаюсь кого-то ударить, и меня такой хлобысь и выкидывает. И... Да чтоб тебя. Просканировать. Отлично. Я помню эту миссию. Начинаю передачу сообщения. Буду говорить с акцентом мародеров. Началось. Мародеры? А знаешь, что мне больше всего нравится?
в их диалекте. Да? Дегрим, давай освободим канал. Плюс мины. Чтобы телепортация прошла без помех. К вам идет куча больших красных кораблей. Что бы вы там ни сказали, это привлекло их внимание. Просит. Я назвал Гоула одним нехорошим словом. Но вам его не скажу. А, я так люблю нетрадиционную тактику. На твоем предлагаю месте я остерегался их не десантных трогать. Капсул. Они первое время сами себя убивать будут. Прям сами себя? Да. Ну это же Экспо. Ну ладно. Или нам все равно дают Экспо. Нам все равно дадут Экспо. Окей. Была бульта, я все бы пошел пивать все равно. Ты, короче, сзади, я отсюда буду убивать. Ну, у меня есть снайперка, конечно, но значит. Не-не-не, я здесь буду убивать в эту сторону, а ты сзади, которая. А, этих? Наверное. Ну, а сейчас что мне делать? Задний гвинет. Отдыхай. Ладно, буду снайперку себе палить. Ну он мой был. Слышь, это нечестно. Ну, я прикрывал сзади с вами. И там синька. Уверен, то еще зрелище было. А значит, падший легион тоже это слышит. А, это все было? Мы подождем, да? Пока они не перестреляют друг друга, а потом зачистим остатки. Отличная работа. Как-то... Мне казалось, эта миссия была более долгая. Тебе так не кажется? Ну, чутка. Ай. Так, что у нас там дальше? Миссия номер 3. И потом можно уже на ту. Новая планета. Так, мне у тебя телепорт все-таки. Так, у меня сундук. Какой сундук? Ну, при перемещении забрать добычу сундук. 2 штука дали. О, полезно, наверное. Наград победитель. А, мне, кстати, что-то еще из оружия дали. Я смогу их резать. Кого? Мечом. Да. Первый меч, ребят. Первый меч. Меч-то плант. Зря он мне свою голову показал. Мне просто нужно на винтовку найти какие-нибудь снаряжения, потому что ни хрена нет. А как бы... Надо бы. Ой. Тут злой дядька. И снова задача. Везде злые дядьки. Я получаю какие-то странные сигналы. Дэв, ты опять поставил чашку на радиопульт? Похоже, эти жестянки падших ретранслируют сигнал. Попробуй разобрать одну и посмотреть, что там внутри. И... Куда нам? Ну, кстати... А вот, ну куда туда? Не, я просто серьезно не вижу, даже тебя не вижу. Я к тебе еду. Вот, я у тебя. А-а-а, всё. Исследовать помехи. У меня, кстати, не подсвечивается, да. Куда нам? Нам уничтожать летающих этот роботов. Этот реактор выполняет функцию широкополосного усилителя. Их сигнал блокирует передачи на всех частотах. Так не пойдет. Чтобы оповестить бедолаг, бежавших из города, нам нужна качественная связь. Тут неподалеку есть антенна. Качественная связь. Думаю, я смогу вычислить источник активности падших. Ну, вот эти вот жестянки, собственно. Дэв,
Дев, почему ты решил, что они пытаются нас глушить? Они упустили свой шанс захватить эти земли, когда наш друг коснулся осколка. И теперь они слишком напуганы, чтобы принимать бой. Типично для падших. Не. Идет поиск источника. Ага. Нам тупо надо выжить. Ну ладно. Да, правда, я думаю, что уничтожить, когда антенну вряд ли смогут. Или ну, могут. Не знаю. Да какая нам разница? Ну, можем повкашить. Ну как он меня пробежал, скажи мне, пожалуйста. Ну, считай, я слишком слабым, опять же. Не, ну просто опять вот, типа, я это раз и... Ладно, это же сходит за оправдание, но все же. Я потерял связь. Потерял связь. Не теряй. Сейчас нельзя попасть. Из-за того, что ты не стоишь. Я, короче, пошел в поле драться, а ты там стой. У меня ульда. Я тоже. Ничего не знаю, я тоже пошел. Просто там не с кем драться. Я уже всех убил. Не, я кого-то нашел. Ой, еще. Шух. Вперед. Короче, я дальний край тот защищаю, ты сзади, у тебя еще там, по-моему, народ прибавился. Да, какие-то чуваки есть. Ой, я даже промазал, серьезно. Ну ладно. У меня еще где-то NC4 патрона есть. Где все боссы? А, ну тут просто народ к нам прибежал какой-то. Который ты не замочил. Это твой. С твоей стороны прибежали, что-то не рассказывали. Нет, это твой. Я нашел источник. Он под землей. Глубоко под землей. Deeper все сходится. Падшие любят темноту. Особенно теперь, когда мертвая зона кишит бойцами легиона. А, многообещающий туннель. Если источник помех прерван, да отстань ты, нашли уже. Погоди, тут сундук. Мне краску дали. Я их порубал. Слушай, ты где вообще? Я в закрытой зоне. Ну там, ну куда там квест идет? Я не знаю, куда квест у нас идет. Ну вот ко мне идет. А, вижу. Оу, это типа этот зона такая. Угу. Там с оружием. Тут надо мне первому входить. Не, ну это квестовая. Квестовая, наверное, можно. А вот знаешь. Знамена падших. Мы явно на правильном пути. Видишь, сюжет, все нормально. Слышь, сюжет, все нормально. А? Нет, я их не убиваю, все. Конечно. У меня тогда бурон увеличился. Они сильнее меня. Я ничего не могу с этим поделать. Ну что, ты их все не убил, что ли? Наверное, что, давай помогай. Ну, помог. Ай, не допрыгнул. Убить капитана. Ну, с капитаном ты справишься? Ну, думаю, да. Он же совсем халявный. Подожди, это и есть капитан? Да. Они тут без желтого ХП даже? Надо запомнить это место. Когда мы освободим город, придется заняться его зачисткой. Или же мы просто можем оставить падших в покое и больше не жертвовать жизнями людей. Почему я вечно не допрыгиваю? Даже обидно как-то. После отключения щита я смог засечь источник. Он близко. Не за что. Засейвил.
на пафосе просто. Это будет определённо больно. Знаешь, в лесу бежишь, тихо, мои ветки гнешь. И все ветки в меня проминают. Да-да-да-да-да, такой, вообще. Всё, теперь держи оборону, а я попробую... Чё фон этих ложкой, если они тебя даже не задели? Ну, типа, ты их опасаешься, а на самом деле бесполезно их опасаться. Ну, а там главник стоит наверху. Да. Можешь мне ультану? Нет. Не, я уже ультану. Ну что ты за человек? Еще немного. Нормально. Ульт в одного. Как раз перед тем, как тебе удалось прикончить капитана, я спалил все передатчики. Помех больше не будет. Это значит, где что на ферму Тесла будут прибывать люди со всех уголков планеты. Как только мы установим последнее реле, мы сможем посылать сигналы по всей системе. Потом мы сможем собрать стражи для ответного удара по Легиону. У нас хватит времени на то и на другое. А пока возвращайтесь, как только сможете. Дайте мне уже 43-й левел. Так, мне нужно сгонять за осколком странника. А, типа с ультой? Да-да-да-да-да. Ну, гоняй. Ну, это как бы в Соляну, ну, потому да, что... Да, а, ну, я могу пойти попить чай. Вот, я как раз потом перезагружу. Окей. Я пов кашу на орбите. Все, окей, давай тогда пока отрубайся, чтобы... на орбиту. Пункты назначения. Так, а я, кстати, даже тебя отрубить, кстати, из группы не могу. Лол, что? Так, ну оружие я точно оставлю. Голову можно сменить, это все можно сменить. Даже 115 есть, замечательно. Блин, такие смешные ботиночки у нее. Так, консоль навигации. Ну, в принципе, отрубился, так что, по идее, все будет хорошо. Ну, я надеюсь на это. Как раз сейчас подгрузимся, все сделаем, и я перезапущу компик. Опять этот лес. Не могу сказать, что прошлого раза нам не хватило. Давай посмотрим, что нам удастся найти. Ну, давай. Я не против. В принципе, ну, вот единственный минус, кстати, то, что у ножа снарядов всего 15. Ну, у меча. Ну, это на начале, потом там их будет намного больше. Скоро нам дадут новый осколок. И это будет прям крутенько. А пока будем бегать с тем, что есть. Ну, в принципе, вот эта вот ракетка меня довольно неплохо устраивает. Мне нравится, как она работает. Более или менее. Ну, та, которая на кьюшечку. Бомба. Оу! Тук-тук. Так, ну... Что бы это ни было... Прыжок! К этой обстановке надо привыкнуть. Эй! Ты это видишь? Вон там! Там свет! Вот она истина на острие ножа. Всему живому суждено умереть. Теперь я парю среди черно-зеленых солнц в лабиринте, за пределами божественных звезд Кроты. Это загробный мир, океан воплей, где предводители Великого Улья гниют в ореоле извечной славы. Я перемещаюсь меж ними. Я составляю карту очертаний и связей этого мира. Круто. Так, я понимаю, это не последний призрак.
Так и тянет появиться в башне и насмехаться над ее обитателями. Чу-чу, я никогда не сплю, я танцую с тенью и светом. Я никогда не сплю, я никогда не умру. Я никогда не умру. Я хочу спросить их. Вы соблюдали свои законы, и они привели вас в это чудовищное, жуткое место. Какой от них был толк? Но меня ждут дела. Я кричу в пропасть. «Осирис!» Я зову его. «Осирис! Осирис! Ты меня слышишь?» «Слышу!» Ну ладно, на самом деле не знаю. Навряд ли я его услышу. Странник появился из пустоты, которая окружает все вокруг. Теперь мы знаем, что пустота могущественна. Теперь мы не боимся ступить в пустоту. Недалекие умы будут утверждать, что ваши силы кощунственны. Вас будут сравнивать с гнусными колдунами Улья. Грустный. Осторожно, падшие! Со всеми можно разобраться, даже не прибегая к насилию. Ну или как-то так. Вы знаете, типа, когда ты очень кривой. Даже в таком состоянии я готов их убивать. Летим? О, мы переместились, круто. Ладно, возьмем УЗИ. УЗИ — это круто. УЗИ — это то, что надо. Думаю, эти частицы света — своего рода указатели. Что такое пустота? Когда ты внутри нее, с чем ты можешь столкнуться, если в ней ничего нет? Вакуум меж звездами, запах гнили, металлический привкус, оглушающий рев, который можно услышать лишь в полной тишине. Давайте не будем находиться в полной тишине, ребят. Это не круто. Шаманы минувших дней закрывали глаза, чтобы увидеть мертвых. Я убеждена, что именно те люди первыми открыли для себя силу пустоты. Свет странника позволил нам улучшить их методы, пройти до конца по намеченному ими пути. Истина откроется тебе в мгновение ока. Ну, надеюсь, что откроется. Еще один осколок странника. Но мы не одни. Так. Ну что ж, давайте чистить территорию. Новый уровень. 11-й всего лишь. Да. В крайнем случае заранее, ну уже на самом деле не заранее, но сильно прошу прощения, если вдруг по какой-то причине этот ролик будет немножко глючным из-за того, что он периодически все время вылетал на рабочий стол. Но надеюсь, что все будет ок. Все? Я надеюсь, что да. Он привел нас сюда. Я уверен в этом. Т.
Чувствую, сейчас придется повеселиться. Это и дар от осколка. Давай им воспользуемся. Мощно. Чё за фигня? Шайтаны мы, вы чё? Ну, так вот получше. Так, минус один, окей. Минус два. Круто. Да она их просто ваншотит. О, да, дед. Все мимо, приколиться. Вот грусть печалька, да? Ну все? Я тебя нашел. Блин, ну это слишком эпичная сила. Это прям эпик от эпика. Эпика погоняет. Так, надо соображать, что вся эта хрень, типа, под углом надо запускать ее. Иначе, типа, это ни хрена не работает. Так, ну... еще кто-то. Ну извините, что я вас не заметил, ребят. Ну чё, все, не все. Хоть фигнёй страдает, ребят. Конечно, мне нравится их убивать ваншотами и накапливать кучу опыта, как бы, но... ну, ребят. Это же не так интересно. Я перехватил сигнал падших. Они вызывают подкрепление. Серьезно. Ну то есть я как бы с этим говном справлюсь даже без супер-мега-пупер силы. Ну или нет. А может все же и да. Ну просто смысл, смысл. Потрясающе! Если это было проверкой, то мы ее прошли. Ну мы красавцы, чё кого. Неужто? Неужто, друзья мои? Почему меня так... Уверен, что странник намеренно привел нас в лес. Удивительно, сколько пользы может принести старый осколок. Да, например, 1250 опыта. Что мне довольно неплохо. О,
вот ура, доступно новое снаряжение, там все дела, все разблокировали, все круто. А что у нас по земле? На земле мы, собственно, все квесты завершили, на Титане все квесты завершили, следующая зона это будет Несс, но на нее мы отправимся после перезагрузки. Ну, вы ничего не заметите, поэтому всем пока, всем спасибо, всем удачи, друзья мои!